Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу все-таки сделать вам видео, которое давно обещала. Знаю, что некоторые из моих подписчиков ждут это видео. Их немного, конечно, но уж коль скоро обещала, то покажу. Я, честно говоря, очень не настроена была показывать это видео именно сейчас, потому что не сезон. Потому что это видео о том, как искать кондо в Таиланде. Вот, я обещала, когда была в Таиланде зимой, что я покажу вам те сайты, которыми я пользуюсь, в которых можно и как можно найти дешевое кондо в Паттайе, в частности, да и вообще в Таиланде, в любом месте. Ну, сейчас хоть и не сезон, но вот люди просто просят, и я чувствую, что надо сделать. Поэтому не обессудьте. Вот показываю сейчас, хоть это и не сезон. Ну вот я хочу вам показать именно те сайты, на которых я сама заказываю себе кондо. Как вы знаете, я в Таиланде зимовала. 2 месяца пробыла. Один в этом году, в прошлом году целый месяц. И все время снимала кондоминиум. Недорого. Вот в этом году я снимала у тайки. Это было 6000 бат в месяц. Это совсем недорого. Вот такие сайты, которыми я пользуюсь. Вот первый сайт, который вы видите. Ну вот ссылочка, как он называется. Таиланд. Так, не надо мне. thailandproperty.com thailandflashproperty.com. Вот здесь вот на строке на командной написано его название. Почему-то я не вижу название в главной строке. Ну, ладно. Расскажу, как пользоваться. Значит, во-первых, видите, что тут все, конечно, по-английски. Естественно, что это элементарно делается. Вы просто переводите страницу. Вот вы ее перевели на русский язык. И она у вас, пожалуйста, получилась на русском языке. Дальше вы должны заказать то, что вам не надо купить, вам нужно арендовать. Вот вы пишете и смотрите, открываете аренду, видите, кликаете сюда. Здесь написано «Таиланд, недвижимость в аренду». Квартиры, таунхаусы, дома, виллы, посуточная аренда. Вот, где-то тут у нас, ну, наверное, квартиры вот мы возьмем, да, вот так. Нажимаем квартиру, у нас сразу вышла кондо, видите? То есть это переводится как квартира, а вообще-то кондо написано. Дальше, чтобы нам тут по ценам сориентироваться, мы сразу себе забиваем здесь вот. Либо любую цену, либо пишите минимальную и максимальную. Ну, я минимальную ставить не буду, а максимальную я, допустим, напишу до 15 тысяч бат, да? Это все в батах здесь, тайская валюта, баты. Вот, и дальше, чтобы опять было нам удобнее, мы пишем, вот здесь вот берем актуальность и пишем. Здесь либо новинки вперед, новые объявления, либо цена от низкой к высокой, или наоборот, от высокой к низкой. Ну, мы напишем от низкой к высокой. Пусть нам сначала покажут самые низкие цены. Вот. Вот, пожалуйста. И мы смотрим. От 4000 бат в месяц. Видите? Так, здесь же я еще должна написать, где именно. Какая локация, забыла самое главное. Вот, вот, пожалуйста, Праттамнак, Паттайя, Праттамнак. Ну, давайте Паттайю возьмем. Вот она, Паттайя у нас вышла, да, от низких цен к высоким. Вот, Паттайя, Чонбури, объявление, 6000 бат в месяц. Вот фотографии, 4 фотографии. Если вы хотите узнать поконкретней, что за квартира, студия? Ну вот, кликаете на это объявление, вам открывается
фотографии, вам открывается описание, детали запроса, сколько квадратных метров, сколько что, вот локация на карте показана, видите, да? Вот. Ну, тут особо все, короче, описано об этой квартире. Написано «связаться с продавцом». Вот если вы хотите, то вы кликаете «связаться с продавцом». Вы пишете, что вы хотите, на какое время. И находите. В общем, как вы понимаете, без проблем, да? Поняли вы, я думаю. Вот этим вот сайтом я пользовалась сама постоянно. Если вы хотите что-то поинтереснее, 6 тысяч бат в месяц, это здесь их много таких. Вот дальше пошли 6,5, вот уже видите, красота неописуемая. 6,5 в месяц, 6,5. Вот. Если вы хотите, допустим, найти район Джомтьен или еще какой-то другой, вот уже 7 пошли, видите. Выбирай, не хочу. Можете записать здесь все в этой строке. То, что вам интересно, сколько кроватей, сколько квадратных метров вы хотите, на сколько человек. То есть вот в поиске в этой строке наверху вы все это здесь забиваете и находите. Сайт шикарный. Вот, пожалуйста, берите, пользуйтесь. Это тот, которым пользуюсь я. Дальше еще один сайт, вот он, называется PromoTai. Видите? PromoTai. Он у меня уже переведен на русский язык. Вообще он тоже на английском. Но это же элементарно. Вы правой кнопкой мыши нажимаете. Вот у вас здесь есть такая штука «Перевести на русский», да? Кликаете. Видно вам? Вот сейчас еще покажу. Ну вот. На правую кнопку мыши вы нажали, вот здесь есть такая строка «Перевести на русский». Кликаете «Перевести на русский» и вам переводит, все элементарно. Думаю, что это уже даже и не надо объяснять, все это и так знают. В этом PromoTai, да, в принципе, можно даже не переводить, так как я вам показала, а можете здесь сразу выбрать. Вот видите флажки всех разных государств, вот они наверху. Нажимаете на «Российский». И вам выходит этот сайт на русском языке. Такая же история. Вот, пожалуйста, Джамтьен, Пратамнак Хилл, Южная Паттайя, Центральная Паттайя, Хуайяй, Восточная Паттайя. В общем, все, что хотите. Тип жилья. Вот, квартира, допустим, пишу опять, да? Ну и хочу я... Давайте посмотрим Джамтьен. Вот. Я смотрю Джомтьен. Ага. Цена в месяц до... А не буду я писать до. Там все равно. Или написать до. Так. Еще надо нам тут как-то... Я уже давно не пользовалась. Я говорю, почему не хотела сейчас показывать? Потому что не сезон. Не сейчас надо искать эти кондо. А надо искать за 2 месяца до отъезда. Ой. Ну ладно, просите, сделаю, все для вас. Вот, пожалуйста, опять объявление, вот показано. Двухкомнатная квартира, 9 тысяч бат в месяц, 7 этаж, 32 квадратных метра. Смотрите, нажимаете, открывается, все показано, где расположено. Большие фотографии, как это все выглядит, какие услуги. Вот здесь продавец, номер телефона его, продавец Владимир. Язык для общения, английский, русский. То есть, раз Владимир, вы понимаете, значит, он даже еще и русский. И пишите ему запрос. Я хочу квартиру тогда-то, тогда-то. Ваше имя, e-mail. Отправляете запрос. Все это абсолютно бесплатно. С вами связывается человек, который сдает в аренду это. И, пожалуйста. Вы знаете, если боитесь, как говорится, некоторые очень опасаются, что могут обмануть или еще что-то. Я скажу вам так, никогда не было, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, постучим по деревяшке. Но я и все мои друзья, вот, которые мне тоже много объясняли, рассказывали, все пользуются вот такими вот сайтами.
и никогда не было обмана. То есть вы договариваетесь, вам все объясняют, вы на связи с человеком. В WhatsApp лучше всего взять телефон, чтобы общаться постоянно, даже когда вы туда приезжаете, чтобы вас встретили, можно обо всем договориться. Люди очень лояльные, люди очень вежливые, культурные. Все это без обмана абсолютно делается. Так, ну и вот, наверное, пожалуй, последнее. Это вот то, что я в этом, когда была в январе-феврале, в этом году я вот такой вот сняла для себя, сфотографировала специально, видите, кондо, квартира в аренду, вот телефоны, ну телефоны, может быть, конечно, для вас вряд ли будете пользоваться, но здесь вот есть e-mail адрес, видите, rental service собачка siam rental .net. Siam Oriental Condo. Это называется, вот можете себе даже записать. Вот здесь не видно Siam наверху, видите? Фотографию плохо сделала. Siam Oriental Condo. Также точно можете забить это в поисковой строке. И вам выйдет. Это именно, опять же, Паттайя Pratamnak. Очень хороших несколько зданий. Кондоминиумы. И тоже очень хорошие, дешевые квартиры, в которых жили мои друзья. И они рядом точно так же с пляжем. Ну, это, в общем, как раз Pratamnak Hall. Hill, то есть холм. Холм Большого Будды, все это там рядом. Вот такие вот, друзья, для вас мои поисковые сайты, на которых я всегда нахожу себе дешевые и хорошие кондо. Вам советую, рекомендую. И если есть вопросы, если какие-то возникнут у вас сложности, пожалуйста, пишите, отвечу всегда. Если будем взаимовежливы и адекватны. А на этом всего вам доброго. Удачного путешествия. Надеюсь, что вы найдете с помощью этих сайтов все то, что вы ищете. Пока-пока.